Дорогие друзья, ну, в первую очередь хотелось бы поздравить «Газпром» с тем, что им удалось разместить на американской бирже ценных бумаг на 1 миллиард долларов. А это все потому, что черные вороны кружат у наших границ, и Америка, естественно, угрожает нашей безопасности. И я думаю, что «Газпром» абсолютно уверен в том, что эти деньги вернутся к нему из США. Я, конечно, должен поблагодарить Людмилу Николаевну за то, что она заботится о безопасности наших граждан. Вообще, в принципе, Совет Федерации в лице двух депутатов, которые постоянно вносят нам законопроекты, которые направлены на безопасность интернета, связь и многих других вопросов, которые в первую очередь все избиратели на всех встречах поднимают перед нами. Они не говорят о пенсиях, они не просят не отключать их от газа, электричества, они не просят детское питание им выделять или повысить детские пособия. Нет, они просят именно этого. И вот я хотел вам напомнить, что вот в детстве мы играли вот такие вот телефоны. Вот такая самая безопасная система связи была. Я хотел авторам законопроекта это подарить, но когда я посмотрел, какие законопроекты в нашей стране принимаются, то я понял, что в перспективе, наверное, нам всем это все пригодится. Почему? Потому что, скорее всего, в России останется человек 100, которые будут иметь право общаться по сотовым телефонам и через интернет. Ну а теперь, уважаемые коллеги, по поводу нашей с вами безопасности и выделения денежных средств. Я общался со специалистами, они мне сказали, что в компаниях уже заложили денежные средства на реализацию данного проекта, потому что в компаниях абсолютно были уверены в том, что этот законопроект будет принят. Потому что я уже в предыдущем выступлении сказал, что Государственная Дума, она в принципе легализует очень многие антинародные законы. Никто не будет вспоминать тех, кто его внес, но завтра и сегодня все будут говорить о том, что Государственная Дума приняла этот законопроект. Так вот, по непроверенным данным, по оценке специалистов, реализация данного законопроекта потребует около 134 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации. Ну, вы знаете, в нашей стране все проблемы решаются двумя способами. Запретить и за счет граждан. Поэтому, когда эти денежные средства будут потрачены, не сегодня, не завтра, а может быть даже не через год, но в перспективе, через 3-4 года, это в любом случае ляжет на плечи наших граждан. Ну еще, дорогие друзья, хотелось бы вам напомнить, что в Российской Федерации, скорее всего, правду не боятся говорить ЛДПР, рокеры и Дудь. Но это все дело происходит в основном в интернете. Потому что YouTube-канал, на котором выступают блогеры, журналисты, люди озвучивают свои какие-то взгляды на то, что происходит в Российской Федерации, как надо менять ситуацию, это, конечно же, вредит тому пропагандистскому посылу, который идет с федеральных каналов. Поэтому я уверен, что данный законопроект мы с вами не имеем права поддерживать, потому что потомки нам не простят. А когда пытаются люди закрутить гайки и пытаются, чтобы не было брожений, вот такими болтами закрутить бочку, крышку, чтобы те брожения, которые внутри происходят, к чему это все приводит? Это приводит к взрыву. Поэтому, когда у людей есть возможность через интернет выплескивать свои эмоции, а у власти есть возможность через интернет их слышать, это же...